Здравствуйте, я Татьяна Ковальчук, приветствую вас на канадской деревне канале. Вот хочу показать, корова отелилась, это родила она тёлочку, как и предполагалось. Мы ее Зиночку осеменяли сексированным семенем, а вот родилась такая вот девочка. Очень интересная такая девочка, очень быстро она родилась. Буквально корова легла первый раз, легла второй раз, и на второй раз она уже родила. Зина вот ее облизывает. Вот. Сейчас она уже, телочка, пытается встать. Вот, сейчас я Зиночку привяжу чуть попозже, когда она немножко успокоится, и буду пытаться телочку накормить, чтобы она пошла там, пососала это все время. Сейчас моя задача, чтобы отошел послед. Вот она что-то там курчится, как говорится. Вот. Самое главное, чтобы сейчас отошел послед вовремя. Вот. Вот такая вот елочка. Я немножко ее посушила. Ну, она вот на это самое, немножко прохладно. Сейчас я одену ей жакетик. У нас есть жакетик. Вот, одену жакетик. И все. И она будет готова поспать. Так что спасибо за внимание. Все, ура, ура. Доение началось, заботы начались. Вот и закончилась мой отдых от молока. Я все думала, как хорошо, не надо доить. Вот. Так что вот такие дела. Спасибо за внимание. Пока-пока.